другие актеры. Также Франсис Пальварес. Ты. Ну, te pido más que я прошу всего лишь 10 тысяч песо. Мне надоело твое вымогательство. У нас это называется дать дом, а у нас вымогать деньги. Если ты не дашь мне эти деньги, моя семья пойдет ко дну. Так учитесь плавать. Папа, думаю, что сегодня вечером. А зачем он поехал в деревню? Наверное, чтобы купить там дерево, он всегда что-нибудь покупает. У твоего папы много денег, столько, что он может жить, не работая. Наверное, у него очень толстый кошелек. Нет, мой папа расплачивается чеками. Чеками? А что это такое? Такая бумажка. Папа вырывает ее из книжечки, подписывает и посылает лавочнику. А тот ее возвращает. Детка, иди скорее домой. Сейчас, мама, пойдем в кино сегодня. Если про любовь, то мне такие не нравятся. Они только и делают, что целуются. Какие глупые, что в этом интересного? А моей сестре нравится. Давай пойдем на фильм про бандитов. Кровь в Чикаго. Мне не разрешают смотреть фильмы про бандитов. Ты еще не вошла в дом, детка? Сейчас иду, мама. Послушай, давай потом все уладим. Что это значит, потом все уладим? Так всегда говорит мой папа по телефону. А, так говорит твой папа. Пока. Здравствуй, мама. Здравствуй, дорогая. Осторожно, моя прическа. Кто это был? Один мальчик, мама. Так я и подумала. А ты знаешь его семью? Да, у него такая высокая мама, но это не достоинство. А какая у него фамилия? Ферилетти, Лилиана. Из уважения ко мне и твоему отцу, ты должна тщательно выбирать себе друзей. Семья, носящая такую фамилию, не может быть хорошей. А что тогда сказать про нашу семью? Я отложила себе банан, а кто-то его украл и съел. Уверена, что это была Патрисия. Дорогая, придется мне нумеровать бананы. Си. Да. 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 Конечно. Я тебя люблю, глупый. Нет, я ничем не занята. Ну уж нет, ты же знаешь. А что ты сегодня делал? Да. А что ты сейчас делаешь? Мне жаль тебя, ты связался с коробкой бананов. Алло? Алло? Патрисия, верни мне банан. Верни. Сейчас я тебе покажу. Отдай мне телефон. Отдай медленно. Отдай телефон. Девочки. Вы опять за свое. Она первая начала. Она съедает все, что я для себя прячу. Я разговариваю со своим женихом. Алло. 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 Аннибал. Нам с Патрисией нужно поговорить. Позвоните ей, пожалуйста, позже. Как скажете, Лаура? Хорошо. Почему ты прервала мой разговор? Только что вернулся папа. Побегу к нему. Вернись. Почему? Почему я не должна идти? Думаю, что отец вернулся из деревни с плохими новостями. Какими новостями? И сейчас он разговаривает с мамой. Как дела в деревне? Все так же. Дождь идет?
Идет ли дождь? Я мчусь туда, чтобы предотвратить катастрофу, а тебя интересует только какая там погода. Ну ты не любишь дождь? Ну конечно, сейчас вспомнишь про зонтик. Я проделал весь этот долгий путь для того, чтобы выяснить, идет ли там дождь. А почему ты не ехал на автобусе? Тебе нужно купить машину. Купить? На какие деньги? Дядя Григорио сказал, что не даст мне больше ни песо. Он и слушать меня не хочет. К тому же постоянно обвиняет в том, что я промотал состояние своих родителей, что усилия этих доблестных гнездцев были напрасны. Кстати, они не из Галисии, а из Астурии. А как здоровье дядюшки Григорио? Давление не скачет? Это у меня давление сейчас подскочит. Да? Тогда почему ты не обратишься к врачу? Флоринда, хотя бы раз в жизни, постарайся что-нибудь понять. Все эти годы мы хорошо жили только благодаря тому, что дядя Григорио давал нам деньги. Он крестный отец Лауры, и поэтому был так щедр. Но сейчас он заупрямился и больше не хочет давать нам денег. Я поехал к нему, рассказал, в каком состоянии дела нашей семьи, и он мне ответил, что даст нам еще денег только в том случае, если я верну ему те 120 тысяч песо, которые уже должен. Так верни ему долг. Как? У меня нет ни песо. Есть банки? Да, но деньги там лежат за решеткой, и туда руку не запустишь. Ты хочешь сказать, что мы в стесненном положении? В стесненном? В безвыходном положении. Иди, позови девочек. Сейчас. Ты хочешь поговорить с ними о летнем отдыхе? Мне бы хотелось снять домик на побережье. Флоринда, чтобы в этом году можно было поехать на пляж, придется принести песо прямо домой. Разве можно? Ристаллы только что натерли. Позови детей. Девочки! Дама! О, Мира, они все здесь. Ну, здравствуй, папа. Здравствуй, цыпленок. Приедем, папа. Что нового, папа? Я должен довести до вашего сведения кое-что. Для всех нас очень важное. Садитесь. Ах, ровно в 6 я должна звонить портнихе. Успокойся и никуда не спеши. Твоей портнихе пришел конец. Умерла, кто сказал? Дядя Григорий. Как быстро доходят новости в деревню. Хотя ясно, есть радио. Пожалуйста, мама, мы хотим послушать папу. Да, милая, я буду молчать, как будто я уже на похоронах. Продолжай, папа. Я пригласил сюда 4 женщин, и все они уже в состоянии меня понять. Вернее, почти все. Ты нам хочешь сказать, папа, что мы разорены? Благодарю, дочка. Ты все сказала за меня. Мой крестный не хочет больше нам помогать, он, к сожалению, прав. Ну нет, у него много денег, и мы его наследники, а он нас знать не желает. От чего ты его защищаешь? От того, что каждый из нас должен работать. Ты хочешь сказать, что работать должен именно я? Нет, я этого не сказала, папа. Если меня в делах постоянно преследуют неудачи, я не виноват. Когда я закупил ту партию уток, откуда я мог знать, что они все дохлые? Ты бы взглянул, могут ли они плавать. А тогда в порту, с моряком, кто мог предполагать, что вместо английского нейлона окажется простая мешковина? Вот я и догадалась. Это история с портнихой, выдумка, да? Нет, мама, к сожалению, не выдумка. После того, что мы слышали, нас ожидает много новых забот и мало новых платьев. Папа, вероятно, ты не собираешься работать. Да это недостойно. В мои годы и с моим именем. Но кому-то из нас работать надо? 22 года я жертвовал собой ради своих дочерей. А сейчас их очередь думать обо мне. Я не могу работать, я учусь. Ты хорошая ученица, это меня радует. До диплома осталось только 6 месяцев. Не бросать же занятия. Но эти занятия оплачиваю тоже я. Я подозреваю, что эти занятия, как и мои, оплачивал тоже дядя Григорио. Лаура, ты стала очень дерзкой. Да, папа. Потому что в нашем доме не хватает дерзостей. Надо кончать разговоры и начинать новую жизнь. Но уже без денег, дядя Григорию. Кто-то должен работать. Тебе мешает имя, ей мешает университет. Пусть она учится, ты отдыхай. Завтра же я пойду искать работу. Что она хотела этим сказать? К вам пришли. Спасибо.
голос украсит любую сцену. Ты знаешь мое отношение к театральному искусству. У меня не вульгарный театр обозрения, а поистине святилище чистого искусства. Как же мне этого не знать? Я же с тобой имел дел немало. Угу. И когда нужно было терять деньги, мне их приходилось терять. Да, конечно, звезды дорого стоят. Это не звезда, а моя дочь. Мог ли я не потратить тысячи и тысячи на учителей пения, раз у нее призвание? Ее больше привлекают какие-то гроши в театре, чем роскошь в доме ее отца. Что ж, пусть узнает, что такое сцена, и порадует зрителей своим блестящим пением, которое обошлось мне очень дорого. Так вы поете, моя милая, да? Я училась 3 года, сеньор. Можно послушать? Ну, пожалуйста. Вы готовы спеть сейчас? Я попробую. Тогда не будем терять времени. Идемте, пожалуйста, на сцену. У нас генеральная репетиция. Я знаю песню о Валенсии. О, тем лучше. Идемте. Послушай, Ломбард, ты знаешь, Лаура не нуждается в деньгах, имея такого отца. Но плати ей побольше, чтобы не ранить ее самолюбие. Прежде всего послушаем ее голос, а о самолюбии ее поговорим потом. Испанка, сеньор, я родилась в Валенсии среди апельсинов и цветов. И садовнику я подарила свою любовь. Ах, Валенсия, жизнь моя, я простая крестьянка твоя. Тебе мысли и сердце свое отдаю, а тебе я здесь песни слагаю и тебе их пою. Valencia de mi amor, el río Turia te baña con tus mujeres y flores, eres la reina de España. Хорошо, репетиция окончилась. Сеньорита, вы меня поразили. Малышка, вы пойдете далеко. Благодарю. Но советую далеко не заходить с этим сеньором. Надеюсь, вы меня знаете. А разве это обязательно? Нет, но желательно. Одну минуту. Так кто же я? Филиппе Авильяго. Голос меланхолической поэзии. Какое у меня красивое имя. А вы это только что узнали? Да, потому что оно звучит иначе, когда его произносят такие уста. А как вас зовут? Лаура. О, какое поэтическое имя. Я просто не решаюсь его произнести. Нет, боюсь его испортить. Что вы делаете вечером? Что делаю? Спать ложусь. Неплохо. А что я говорил? Пожалуй, лучше, чем я предполагал. Прости, мой друг. Это очень приятно. Какое жалование? Такое, как я сказал. Ты не можешь увеличить его до 300? Твоя дочь дебютантка. Я плачу ей столько, сколько она заслуживает. Я не настаиваю. Деньги не имеют значения. Но, пожалуй, в целях безопасности выдавай их мне. Я деньги выдаю артистам и не нуждаюсь в импресарио. Я отец, а не импресарио. Лаура! Данил! Я не могу заснуть. Почему? Что с тобой, Данил? Ты знаешь... Когда я вспомнила, что ты поешь в театре, я почувствовала здесь дрожь. А тебе было страшно? Никогда не надо бояться работы. А папа почему ее боится? Ну, это другое дело. У папы есть свои заботы. Ну, спи. А, Лаура, я так хочу к тебе. Ну, иди. Когда мама с тобой не разговаривали, ты очень хорошая. Что? Почему я тебе нравлюсь? Потому что здесь все ни на что не способны. Только ты одна. Это не так, Лиляна. Каждый чем-то занят у нас. Мама заботится о брате. Ты и Патриция учитесь, а папочка всегда отдыхает. Он очень устал, Лиляна. Конечно, его преследует неудача.
Ты еще не спишь, Лаура? Я услышала, что ты вошел. Ты все еще расстроен? Представь себе. Отчего же? Ведь я уже работаю. Этого недостаточно. У нас ужасное положение. Ах, сколько проблем, сколько проблем. Когда тяжело, ты знаешь, о ком я думаю? О своих дочерях? Да. И о своих родителях. Ты их не забыла? Седовласый старик с сердитым лицом и с доброй душой. И старушка-астурианка. Сколько песен она мне пела. Ты помнишь хоть одну из них? Вечера кантала Сурья, коннера и рада Иисусеста. Yo me calaba que su adivina está. Yo dije yo a nuevo, no tengo contigo ganas de hablar. En plan, en mi honor. Comienza a apalagar, con un palo caldellano, yo nunca borro que su Tres hojitas madre tiene el árbol, la una en la rama, la dos en el pie, la dos en el pie, la dos en el pie. Inés, 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 Inés. ¿Quién dirá que estoy cansada? ¿Quién dirá que tengo amor? Tengo un galante en mi gusto y que me roba el corazón. Que no hay alegría como la del querer, que no hay alegría. Ni la puedo quisiera cantar a furia con el aire de su fiesta. Я пропела вам про Астурию, про ее милый моему сердцу народ, и вложила в каждую ноту воспоминания о своей деревне. Арельяга не занялся ею всерьез. Да, сеньора, заходи ко мне. Ах, крошка, крошка, пропадают такие глаза. Садись. Спасибо. Сними очки, они тебя старят. Хорошо, сеньора. Не зови меня сеньорой. Вы не замужняя? Конечно, нет, и какое это имеет значение.
Глаза должны быть выразительными, малышка. Нельзя пренебрегать орудием своего труда. Пустяки, моя роль так незначительна, что моих глаз никто не заметит. Мне кажется, их уже заметили. У тебя есть жених или намечается? Нет, это не намечается, у меня для этого нет времени. Чтобы иметь жениха, нужно не время, а желание. Да? Что скажет меланхолический голос поэзии? Желаю успеха дебютантке. Что случилось? Вы поцеловали мне руку. Это везде принято, что вас так удивляет. Я поражена, сеньор Рильянго, для такого поэтического существа, как вы, этот поступок недостаточно меланхолический. Я собиралась сказать ей, чтобы она остерегалась тебя, но, кажется, тебе придется ее остерегаться. Дай мне немного времени, я еще не успела осмотреться. Лаура натура сложная. Это меня и окрыляет. Слушай, Филиппе, не забудь надеть платок. За кулисами дамы предпочитают мои кудри. Здоровайся со мной, я единственный, кто не имел этой чести. Когда я думаю о Сарагосе, мне хочется плакать, потому что там прошло мое детство и осталась любимая мать. Танцуйте, пока вам охота! Сегодня ведь праздник народа! Лаура! Лоринда, давай!
исполняю в обозрении один номер, но платят прилично. Мне бы очень хотелось, чтобы вы приехали мне поаплодировать. Ха-ха! Ну, я вам покажу театр. Артисты. Я не позволю, чтобы моя крестница работала в театре. Дитя следует своему призванию. Дитя, вы все сидите у нее на шее. Что же ей делать, когда у нее дома катастрофа? А чего же ты не работаешь? Ты мужчина. Я ведь отец. Все отцы мужчины. Дядя Григорий. Что тебе? У вас дождливая погода. Не знаю, какая там погода, но можете не сомневаться, что здесь готовится гроза. Ты напрасно сердишься. Ты не даешь мне денег, и мы ищем выход из положения. Лаура будет работать, пока я не завершу дело, которое у меня в руках. Какое дело у тебя в руках, лентяй? Крестный, как я тебе рада. Пожалуйста, без лести. Ты не будешь, Лаура, работать в театре обозрений. Где это видано? Ты моя крестница на сцене. А что здесь плохого? Плохого? Лет 20 назад, когда я обрел самостоятельность, меня тоже привлекал театр. Я все знаю и презираю этих артистов и артисток. Это место не для тебя. Но я должна работать. То, что ты получаешь, я заплачу тебе из своего кармана. При условии, что ты театр бросишь. Нет, прости, дядя. Я хочу зарабатывать сама. Довольно жить за твой счет. Деточка, а ты лучше спой дяде с выражением. Пожалуй, не стоит петь здесь, так как сегодня он меня услышит в театре. Нет, в театр ты меня не загонишь. Нет. 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 Ай, девчонка, теперь в Мадриде ходу позабыли. Там пляшут в новом стиле буги-манго, рок-н-ролл. Какой позор! Не пьют теперь вино в тавернах, а хлещут виски в барах скверных. И как в чужой столице зовут тебя девицы. Пить и Лола Мими, могу ли быть я с ними? Девчонка я простая, и бабушка была такая. Чужая мода противна мне. Верная Хоти, простому парню, испанской песни и старине. Ya no se baila el shoti por los madriles en las verbenas. Ahora se baila el boogie, se baila el mambo, Jesús, qué pena. Las chulas de hoy en día se llaman chuchi, lulo y pipi. Vamos, hombre, y esa no es chulería, ni esas son chulas, ni eso es Madrid, ¿verdad que sí? No beben ya el tintorro, hoy en las tascas dan whisky and soda. Tomar el tincascorro entre las chulas está de moda. Les dolerá la barriga, celebran en el rastro los garden party como el lombón. Y eso también no cuela, yo soy castiza como mi abuela y quiero a un chulo de corazón. Un chulanga no castizo que me diga con hidrofobia. ¡Ay, chula! En las redes de tu montón de flecos me prendí. ¡Ay, chulo! Y en tu aliento yo siento el aire chulo de Madrid. No hay chula más chulana, ni la hay más guapa por ya morir. Ni hay chulo más dinero como el que quiero, ni más chulazo entre los guapos de mi Madrid. Тебе понравилось, как я пела, дядя Григорий? Поздравляю. Поешь ты безобразно. Вы еще не спите? Ну что, уговорила? А где дядя Григорий? Он разговаривает с папой и мамой. Но ты его уговорила? Нет, уговаривать его бесполезно. Ты же знаешь его характер. Ты знаешь характер Лауры. Уговаривать ее бесполезно. Она унаследовала мои независимые взгляды. Кроме того, я не думала, что трудиться так легко и приятно. Приходишь усталая домой, после театра, и на сердце так легко.
Здесь бедняжка Лаура единственный, кто имеет право чувствовать усталость. Твои маникюрши, парикмахеры и портнихи и твои дурацкие компаньоны кормятся на жалование моей крестницы. Представь, есть такая комбинация, что просто пальчики оближешь. Если вернуться к разговору о небольшом кредите... Хотя бы несколько песо. Счет наследства. Линда, счет наследства. Ага, ну это вполне естественно. Я старик, часто болею, скоро подохну. Милый дядя, спешить не надо. У меня есть предложение, которое заставит меня не спешить. Ага. Грустно думать, что твоей смерти кто-то ждет с нетерпением, чтобы получить наследство. Я имен не называю, из деликатности. Свое имя я, кажется, знаю. Ха-ха, и я его знаю. Оно часто красовалось на векселях, которые ты не оплатил. Роковая случайность. Пусть, но мое решение остается. Тебе не сентаво. Но поскольку я хочу счастья Лаурите, девочки получат приданое. Как, при жизни? Да, при жизни. А сумма приданого? Твои дочери... получит от меня в день свадьбы 300 тысяч каждая. И вы 20% в тот же день. Но дядя, Лилиана еще такая крошка. Для Лилианы это дело далекое. О ней говорить рано. А вот для Лауры Патриции близкое. И так обещанный чек на руки, но при одном условии. Лаура самая старшая, с нее мы и начнем. Ну, у Лауры нет жениха. В том-то и дело. Пусть ищет. Я и стараюсь только для этого. Недопустимо, чтобы она осталась старой девой. Послушай, может быть, имеет смысл начать с Патриции? Нет, я хочу отдать замуж Лауру, и начнем только с Лауры. Я не поеду в деревню, а поселюсь в Пампо-отеле и буду ждать новостей. Я давно мечтала быть посаженной матерью. Ах, какие блестящие туалеты я себе сошью. Дядя, раз ты даешь приданое, нельзя ли получить небольшой аванс в счет... Да, конечно, в счет того, что ты мне должен. Девочки, девочки, мы все выходим замуж. Даю ровно 3 миллиона песо. Это сказал дядя из деревни. Когда получишь, не забудь отдать 2 песо за кино. Этого еще не хватало. Мы будем выходить по очереди, моя очередь в конце. Это значит, года через 3-4. А кто же первая? Первая моя старшая сестра. Это вполне логично. Нет, папа. Но почему? Я счастлива одна и не хочу замуж. Твоя мать вышла замуж. Бабушка тоже нашла мужа. Все женщины для того и родятся. Тебе 22 года, ты преступно теряешь время. Я люблю только вас, и этого мне достаточно. Ах, дорогая, ты ошибаешься. Ты нас не любишь, раз ты не хочешь избавить нас от катастрофы. Ты можешь изменить нашу жизнь и говоришь нет. Вот какую благодарность получаю от дочерей. Я потратил все на ваше воспитание. Твои песни и танцы стоили мне тысячи и тысяч. Я хоть завтра выйду замуж, папа. Но мы должны начать с нее. А эта сеньорита не изволит дать согласие под предлогом, что у нее нет жениха. А чтец, который прислал тебе розы? Мама, у него такое глупое лицо. Я смотрела не на лицо твоего отца, а на его сердце, дочь моя. А почему вы не думаете о моем сердце? В жениха надо сначала влюбиться. Пожалуйста, влюбись. Твоя сестра столько не размышляла. Зачем мне это нужно? Смотрите. Лаура. Да, папа? Твоя мать и я столько жертвовали собой ради вашего счастья. И что же мы получаем взамен? Твой эгоизм. Я не хочу замуж, папа. Это Лаура сведет нас в могилу. Ну, не надо плакать, дорогая. Нет, у меня вклеилась ресница. Как я мечтаю быть посаженной матерью всех трех. А ты нет? Почему ты плачешь? Не надо. Прости меня. Я такая глупая. Сколько иллюзий ты строишь, да? Много. Я позвонила Аниболу, и он был так счастлив. Мы оба бедные, а могли стать богатыми. Казалось бы, съела солнце, а теперь он опять спряталась. По моей вине. Нет, Лаура, у нас в доме все виноваты, кроме тебя. Зачем ты так говоришь? Будь я невестой, ты бы не плакала, и мама тоже. А тебе никто не нравится, да? Никто. Арельяго. Что ты, этот папа? Но у него такой чарующий голос. Не могу я выйти замуж за голос? Родится ребенок, у нас будет не семья, а опера. Но речь идет о твоем счастье, о папе, о маме, о всех нас. Я должна найти какое-то решение. Кажется, придумала. Что ты придумала? Скажи.
Что это ерунда? У меня не хватит духа. На что не хватит духа? Не бойся, расскажи им. А что такое? Аниба, вы знаете условия дяди Григория? Да. Свадьба по кругу. Из-за меня Патриция ничего не получит, и мы в отчаянии. Есть один выход. Надо срочно найти жениха. Нет ли у вас друга какого-нибудь? У меня? Ну да, человека, которому можно доверять. Вы со мной шутите? Нет, я говорю совершенно серьезно. Это единственный ход. Я решила идти на самопожертвование. 10% суммы даю я, и 10% дает Патриция, и так 60 тысяч песо. Не понимаю. А кому предназначены все эти деньги? Моему фиктивному жениху. А, он притворится, что... Что женится на мне, получит деньги и после нашей свадьбы исчезнет навсегда. Вот это трюк, а? Что поделаешь? Мне же нужно как-то выручать свою сестричку. И если у вас есть друг... Их много, но я боюсь. Ну, порекомендуйте мне жениха. Да, но рекомендует прислугу, а не жениха. Впрочем, я знаю одного неплохого парня... Но вряд ли он согласится, хотя... Как он выглядит? Он высокий, кареглазый, любитель шуток, немного легкомыслен, но одет более чем элегантно, всегда причесан, довольно красив. Дамиан Динардо. Кончай! Ну, кто следующий? Что они был? Хороша партия, иногда мне везет. Я говорил, что игра еще не закончена. И реванш не заставил себя ждать. Я хотел тебя спросить. Ты скучаешь по-прежнему? Безумно. Мне все надоело. Даже это. А тебе не хочется жениться? О, боже. Что может быть скучнее брак? Конечно, если жениться на много лет. Но если брак на один день... На один день. Так бы каждый женился. Я могу предложить тебе подобную женитьбу. Что ты говоришь? Пожалуйста, но все расходы за твой счет. И 60 тысяч песо еще тебе в придачу. Ты сошел с ума? Пока нет. Я вот тебе все объясню, и мы тогда с тобой договоримся. Подожди-ка. Вот ее портрет. Скажи, за эту сумму ты готов на ней жениться? Валенсия, любовь моя, Валенсия, душа моя. И хоть я сам не из Валенсии, я ношу ее в своей груди, потому что она Испания. Валенсианита дель альма. Una fortuna y te entrego el corazón, Valencia de mis amores, el río Turia te baña con tus mujeres y flores, eres la reina de España. Cuatro cosas de Valencia, el río Turia, mi madre,
и слава народа. Да здравствуют твои сады, да здравствуют твои цветы. Есть пылкий поклонник, кто он? Мой жених. У вас жене был жениха. Мне его выдали по заказу. А вам что? На стихов он не читает. Это мне как раз и нравится. На сцену. Приятная новость. Для полной победы мне не хватало соперника. Пусти на сцену. Причешите сначала свои кудри. Вы хотите сорвать спектакль? Нет, это сделает Арельяга. Это чтец. Ничтожеству. Поэма из древней мексиканской лирики. Произведение неизвестного поэта. О, ты несчастный слепец, как ты посмел на королеву взглянуть, ее забудь, как невозможный сон. Безумец, ты погиб и истреблен. На шею камень и конец. Это он о нас. Умри! Жалкий глупец. Ты, ничтожество. Шакал голодный, скорпион, звезду хотел похитить он. Тебя веревка ждет, злодей. О красе небес не быть твоей. Ничтожество, ничтожество, ничтожество. Пошли. Лаура! Как прелестно ты пела. А этот чтец такой чудак. Лаура. Да? Это твой жених. Знакомьтесь. Я вас уже видела со сцены. Дамиан Динардо. По-моему, нам надо поговорить. И одновременно потанцевать. Прекрасно. Возьмем это такси. Но только, конечно, за счет жениха. Простите меня, но все думают, что мы должны пожениться. Все, кроме нас. Такое условие. Да, мы взяли на себя определенные роли. Ну что ж, будем играть эти роли. Прошу, прошу. Садись. Садись ты. Куда ехать? В самый веселый ресторан. Итак, уточним цифры. Да, пожалуйста. Вы получите 60 тысяч в день свадьбы. Ага. А сколько у каждой из вас останется приданого? У каждой по 270 тысяч. Вы мне недостаточно платите. Надо учесть многочисленные визиты. Также приемы гостей. И кое-какие подарки, как положено жениху. Но, разумеется, для вида. Да, конечно. Не могли бы мы с вами договориться тысяч на 80? 80 тысяч? Ох, я должна поговорить с сестрой. Простите, но я не могу работать без вдохновения. Когда ожидается эта штука? Какая штука? Наша свадьба. В ближайшее время. Родители торопятся. Я ведь тоже тороплюсь. У меня свои проблемы. Я беден. Мы все бедны. Знаете, эта ложная свадьба даст мне возможность сыграть свою настоящую. У вас? Ах, есть невеста. Не будь ее, зачем бы я играл роль паяца? Я не мог на ней жениться без денег. А сейчас я разбогатею и женюсь на ней. А вы давно ее жених? 3 года. Но когда нет денег... И 3 года вы не искали работу? Мне часто предлагали работу. Электрика.
бухгалтера, каменщика. А вот директора банка никогда. А вы и о нас уже рассказали? Моей невесте нет. Она не должна знать. А если она узнает? Пусть. Женщин очень много. Но очень мало джентльменов. Моя дорогая, если вы собираетесь ссориться, то прощайте. Я предпочитаю тихую жизнь. А я предпочитаю благородство. И меня возмущает, когда мужчина так развязно говорит о своей невесте. Простите меня, сеньорита, ведь наше знакомство основано на сделке, а не на больших чувствах. Вы меня наняли за плату, и я ее получаю. Здесь мое сердце, там ваше. Только деловые претензии идут в счет. А вне нашей сделки каждый обладает полной свободой. Итак, когда продолжение? Придете завтра к нам домой. Кларинда? Да? Наша Лаура нашла жениха. Из какой он семьи? Наплевать на его семью. Будь он пастух, шарманщик или разбойник. О, разбойник? А ты уверен, что стоит выдавать нашу дочь за разбойника? Его зовут Дамиан Динардо, и он нас спасет от катастрофы. Ты знаешь его мать? И его отца? К сожалению, я знаю ее мать, и я сыт по горло. Ну, почему-то я не могу носить из моих милых рыбок. А ты объявление сделал? Дай знать в газеты, что я посаженная мать. Я волнуюсь не о посаженной матери, а о крестном отце. Алло? Да. Что? Жених у Лауры? Боже мой, поздравляю тебя, я очень рад. Ты познакомь меня с ним сегодня же. Я сказал, познакомь меня с ним сегодня же, слышишь? Да-да, обязательно. Говори мне, не говори ничего. Не беспокойся, я все знаю. Лаура, ты забыла про театр. Ох. Мама, ты же знаешь, что по вторникам занята? Как прекрасно отдыхать. Сеньора цыплята. Ну да, я вижу, что это цыплята. Не обижайтесь, сеньора любит шутить. А я не люблю шутить, где мой хлеб? Прошу вас, дядя, позволь моя любовь. Простите, что я ее так нежно называю. Пожалуйста, она ваша невеста. Я тоже была когда-то невестой. Это естественно, раз ты моя жена. При чем здесь ты? Хватит. Сейчас в этом доме сидят невесты и женихи, а скоро будут две пары молодоженов. Ты мой сын, и ты мой сын. Имейте в виду одно серьезное обстоятельство. Я не люблю долгого сватовства. Будем пить кофе. Я не люблю, когда берут мой хлеб. Проходите, располагайтесь. И не возражаю, хотя врачи умеют лечить всех, кроме себя и своих родных. Ну, а ты, молодой человек, ты что делаешь? То же самое, что и Дон Рамиро. Это значит ничего? Нет, кое-что. А что именно? Ну, что придется. Значит, взять твой конкурент. А мы будем работать сообща. Уж одно-то дело мы сделаем сообща. Устроим помолвку через 2 недели. Я организую, я плачу. Я одеваю девочек, еще как одеваю. Ха! Да, еще одно. Я хочу повидать твоих родителей и договориться с ними о свадьбе. Пусть народ как следует повеселится. Кроме того, надо позвать артистов из театра Лауры. Мне не нравится этот народ. Ты прав, и я не люблю их. Но я хочу, чтобы они увидели Лауру в ее среде и узнали ее дом, ее родителей, ее жениха. Это будет праздник, сотни гостей и реки шампанского. Должно быть у него жажда. Чтобы избавить тебя от заботы, я все беру на себя. Как приятно слышать, милый. Приветствую, что ты решил обойтись без моих денег. Дядя Григорий, мошенник. Зачем вы носите очки? Я всегда была уверена, что они придают мне солидность. Вы мне в них не нравитесь. Тем лучше. Аннибал, уже поздно. Подожди, 3 минуты. Вы спешите? Немного. Наверное, вас ждет невеста. Вы полагаете, невеста может ждать до 3 часов ночи? Не знаю, у меня нет опыта. Да, вы не были невестой. Не испытала этого счастья. А как вы сказали зовут эту девушку? Какую? Вашу невесту. Ах, да, Мария Эстер. Вы же сказали, что ее имя Кармен. Мария Эстер Кармен. В честь имен ее бабушек. У нее 3 бабушки. О, это такая редкость. Ваш крестный еще большая редкость. Помолвка через 2 недели. И в присутствии ваших родителей. Но разве я могу вмешивать в это дело своих родителей? Поскольку крестный хочет их видеть, а вы не желаете их привести к нему, я постараюсь для вас достать псевдородителей. Идея неплохая, но кого? Можно все что угодно найти за плату. А вы действительно пригласите всю эту братью из театра? Они все мои друзья.
и в том числе этот слащавый тип. Кто? А, Арильяга. Он хороший чтец. Да, а вы почитательница его таланта. Девочки, уже поздно, сейчас утро. До завтра, моя милая. До завтра, дорогой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я пошел. То есть мы пошли. Спокойной ночи. По-моему, Дамиан очень симпатичный. И очень практичный. Он думает только об рышах. Что же я хуже всех? Какая несправедливость. Так вы сможете это сделать? Я была не раз матерью. Но это в театре, а не в жизни. Вся наша жизнь тот же театр. Скажите, каких родителей вы хотите? Молодящихся или серьезных? Счастливых, что наконец их сын женится? Или злых, настроенных против вас и его женитьбы? Нет, нет. Я хочу, чтобы помолвка была радостной. И так улыбка в начале, и хохот под конец. Нам надо повидать нашего сына, чтобы правильно загримироваться. Хорошо, я вам завтра его покажу. Официант! Получите аванс. Деньги всегда пригодятся. Сколько? 36 песен. Пожалуйста. Сдачу оставьте. Спасибо. Где я могу вас увидеть? У меня в конторе. А где эта контора? А что? А, здесь. Хорошо, до завтра. До завтра. Эй. Что? Что такое? Вам кажется, пришли? Я никого не приглашала. Вы стали знамениты, и к вам стали приходить. Успех в антракте меня мало волнует. Кто пришел к ним? Импресарио. Данте Мендоса. Когда Ломбардо узнает, он, наверное, не обрадуется. Да. К Лауре пришел Мендоса. В гости. Вы даете согласие? Кино каждого соблазняет. О, простите, сейчас мой выход. Кто ведет ваши дела? Папа. Вот телефон. Я буду ждать его звонка, и тогда договоримся об условиях. До свидания, сеньор. Всего хорошего, сеньор Мендоса. Да, скажите вашему отцу, что это очень срочно. Съемки начнутся не позже, чем через 20 дней. До свидания. Хорошо, до свидания. Оля, Мендоса. Привет, Ломбардо, как твои дела? Я вижу, ты опять превращаешь мой театр в питомник. Ты открываешь таланты, я их возношу. До свидания. Лаура, о чем вы говорили с Мендосой? Вы не догадались? Неужели вы согласились сниматься? Это мое будущее. Ваше будущее — это турне по Европе. Я уже сказала, турне меня не интересует. А если я ваше жалование удвою? Это неплохая идея. Поговорите с папой. Манон, ты читала? Да, приглашение на ее помолвку. С этим бездельником. Мы еще посмотрим. Ой, там посмотрим, здесь же ясно сказано. Но я еще не сказал своего слова. Да-да, скажи, но только в стихах, все. Примите мои поздравления. Благодарю. Разрешите вам сказать два слова. Что случилось? Сеньорита, я получил приглашение на вашу помолвку. Мой крестный очень любит артистов. Это его идея, придет. Да, наверное, но не поздравлять. О, почему же? Кто принадлежит театру, тот влюбляется в театре. Это наш закон. Почему вы не нашли жениха среди своих? А если я собираюсь расстаться с театром? С таким чудесным голосом уйти из театра? Это безрассудно. И потом не забудьте о турне по Европе. Я сказала Ломбардо, что турне меня не интересует. Италия, Франция, Испания. Чудесная лазурь над океаном. Небеса неведомых стран. Какое счастье парить в них вместе. Если вам кажется, что вы летчик, то приземлитесь, пока вам не отказал мотор. Да? Добрый вечер. Как я рада, дорогой. Я пришел поблагодарить за любезное приглашение. Поздравляю вас. Да, Лаура, не забудьте, в театре свои законы. Какие законы в театре? Все артистки театра обязаны влюбляться в артистов театра. И на что претендует этот урод, чтобы вы в него влюбились? У него есть странная особенность, он всем нравится.
Простите, а что это значит? Может быть, он и вам нравится? Не задавайте мне личных вопросов. Почему их нельзя мне вам задавать? Потому что наше знакомство основано на сделке, а не на чувствах. Пожалуйста, пожалуйста. Тогда мы вернемся к нашей сделке. Наши деловые взаимоотношения гораздо проще. Нет, Лаура, на этот раз у меня к вам деликатный вопрос. Говорите. Ну, пожалуйста, я все скажу. В этот четверг наша помолвка, а у меня нет ни сентава на подарок. Может быть, вы мне дадите небольшой аванс? Не волнуйтесь, с меня довольно доброго намерения. Речь идет не о добром намерении, а о соблюдении приличий. Анибал собирается купить браслет, и если я явлюсь без подарка, это будет унизительно и для вас, и для меня. Не надо беспокоиться. Причем здесь унижение, когда у нас сделка? А, я могу это вычесть из ваших денег. Сколько же вам надо? Тут продают поддельные драгоценности. Ну, скажем, 100 песо. Написать расписку? Если вас не затруднит, для точности. Отлично. Вот, пожалуйста. Получила сеньорита Лаура Мендес Пиньяло додаток 100 песо в счет 80 тысяч. Прекрасно, вот деньги. Поцелуйте их. Для чего? Чтобы с ними проститься. Не думай, чтобы их еще раз увидеть. Вот как. Ну что ж, нашлись для меня родители. Ай, представьте, весьма почтенные люди. Мы завтра их повидаем. Итак, до завтра. Вас подождать? Нет, меня проводят. Этот кудрявый? Да, этот кудрявый. Порядочный мужчина не будет завиваться. Кланяйтесь моим родителям. Кланяйтесь вашей невесте. Моя невеста оценит это по достоинству. Простите меня, у вас локон развился. Да? Входите. Кажется, ваш жених ушел. Я могу проводить вас домой? Я останусь спать здесь, и я запрещаю вам заходить ко мне в гримерную. Это твой подарок? Да, брошка. А она дорогая? Нет, подделка, 100 песо. А я везу браслет. Это безумие. Ты знаешь, сколько я за нее заплатил? 5000. Хорошо, что ты такой богатый. Ну, я не богатый. Пришлось залезть в долги. Потом рассчитаюсь. А твои старики сами туда приедут? Да, они знают ее родителей. А мне предстоит веселенькое дельце. Папа. Да, сын мой. Вы помните, дорогие, как нужно вести себя? Не жалейте улыбок и поклона. Не ешьте лишнего, и самое главное, ничего не крадить. Сербасио, и ты не реагируешь на обиду? А если мы сейчас вдруг обидимся, выйдем из машины? Он останется сиротой? И Лаура не выдаст вам гонорара за работу. Нет, этого никогда не произойдет. Мы не бросим сына, но я его... Это здесь, шофер. Осторожней, мама. Даю, дорогой сынок. Ты мне должен 3.15. Хорошо. Прошу вас, милые дамы. Прошу вашу ручку, прошу вашу ручку. Алила приехала на Миан с родителями. Здравствуйте. Здравствуйте, любимые, желаю счастья. Поздравляю. О, дорогой, зачем ты меня балуешь? А Лаура на лестнице. Поздравляю вас. Наконец-то вы сняли очки. И знаете, это ваша честь. Я рад. Папа, это Лаура. О, дочь моя дорогая. Родная. Отец. Любимая. Дай познакомиться маме. Прелесть. Именно такой невестке я и мечтала. Очень приятно. Мой крестный. Вот родители Дамиана. Здравствуйте. Мне очень знакомо ваше лицо. Где я мог вас видеть?
Да, это мои папа и мама. Сеньора, как печально. Наши птички улетают. Кто-то опять у нас открыл клетку. А? Скажите, где я вас видел? Что, меня? Да. Не знаю, я бываю во всех кабаках. А вы тоже? Подарки. Вот мой скромный подарок. Представляю, сколько это вам стоило. Ой, какой чудесный браслет. Спасибо, милый. Прелесть. А что у тебя, Лаура? Видишь, это божественно, дорогой. Не поворачивайте ее, а то заметят подделку. Покажите. Это я? $100? 96. По знакомству. А я заплатил 5000. Надо уметь покупать. Сеньоры, шампанское. А, молодец! Нравится? Похоже на настоящую. Нет, Лаура. Между нами нет ничего настоящего. И не могло быть. Вас ждут! Вас ждут! Простите. Господа, этот тост имеет почти меланхолическое звучание, поскольку через 2 дня мы вступаем на трап парохода. И, увы, вместе с нами не ступит милейшая ножка, лучшая из артисток. К сожалению, наша любимая Лаура предпочитает домашний покой, волнующие прелести путешествия. И хотя жених пронзает меня злым взором, я разрешу себе напомнить дорогой Лауре, что если ее вдруг захлестнет волна приключений, и она решится оставить своего жениха, ее и мои визы в порядке. Пароход отходит послезавтра вечером, и мы забронируем для нее в наших сердцах самую эмоциональную и комфортабельную из наших кают. Ну что, ломбарды, сдаетесь? Но пароход пока еще не отошел. О, отойдет. Вам терять звезды не впервые. Ваше здоровье. Господа, в этот радостный и торжественный для всех нас вечер ангел-хранитель семьи Мендес Пиньялва, наш патриарх, дядя Григорио, порадует нас своей речью. Дорогие сеньоры, у нас в деревне церемонии не приняты, но и за словом в карман не лезут. Я люблю говорить то, что есть. И пусть на меня здесь не сердится. Позвольте вас разлучить. О, простите меня, но сегодня Дамиан записался на все танцы со мной. Я полон благодарности. Даже такие чувства не предусмотрены нашей сделкой. Ах да, это сделка. Ну, вам недолго осталось ждать до получения зарядной суммы. Ваша невеста будет счастлива. Вы и сегодня будете говорить о моей невесте? И сегодня, и каждый день. Почему? Мы не должны забывать, что она есть. Вы ее ненавидите? Нет, я ей завидую. Она небогата и любит небогатого. Без лжи и обмана. Когда я вспоминаю, что обманываю крестного ради денег, стыд отравляет меня жизнь. Вам не должно быть стыдно. Вы спасаете своих родителей от забот и печали. Своего отца, мать, Патрицию и меня. Конечно. Я спасаю и вас, который думает только о деньгах. Мы думаем об одном и том же. Вот кончится церемония. Все будут счастливы. Начнут новую жизнь. Все. Только не я. Господа, я предлагаю сейчас уговорить Лауру спеть одну из ее песен. К большой радостью, дорогой дядя, эта песня вам посвящается. Лаура, я очень польщен, но прошу спеть нашу песню. Очень хорошо. И я сам буду аккомпанировать тебе шутку. Итак, начинаем. Солнечная дорога. Ясная дорога, полная цветов и солнца. Ты видела, как я шла по тебе, накинутым на плечи платком, среди друзей, которые знали все мои желания.
pasar. Mientras los pasos amigos que sabe mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde salud me hacía llegar. Cruzando montes y valles con alas de niñas, mi pobre carreta, con su carga de esperanza las ruedas hacían ardiendo bandera. Cuando ya atravesaba la hondura de valles de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque en ese arroyito a veces sus ojos se abren. Ясная дорога, полная цветов и солнца. Я хочу, чтобы ты затуманилась, увидев, что я снова иду по тебе, но в одиночестве, полная слез и горя. И ты вису пасита, ты пурселосо, не sobre el pantero. Para contarle chismoso, que traigo en mi apero mis prendas de amor. Para su pelo una cinta, que llevo escondida de lindo color. Para sus labios mi antojo, y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta, el criollo que canta. Y en este canto, claro caminito criollo florir mi soleado, yo quiero que se asombre cuando ella me nombre. Я это сразу поняла, когда увидела тебя без очков. А он не любит тебя? Нет, у него есть невеста. Пусть он ее оставит. А ради чего он это сделает, скажи? Ради тебя. Ради моих денег. Он думает исключительно о деньгах. Даже эти 100 песо на брошку тоже дала ему я. А я как дура влюбилась. И так безумно, что готова умереть. Не говори таких глупостей. Подожди до утра. Ночью всегда все кажется страшнее. Постарайся уснуть. А завтра все будет выглядеть иначе. Ну, не надо, моя милая. Увидишь, все уладится. Дай мне руку. Тебе станет легче. Алло? Дядя Григорий, говорит Лилиана. Ой, я тебе расскажу, что происходит. Что, милая? Что? А кто это сказал? Так у него есть другая? Ай, ай, меня обманули. Не двигайтесь с места, я к вам еду. Значит, вы смеялись надо мной? Клянусь тебе, я сам не знал ничего. Нет, ты все прекрасно знал. Лаура, подтверди. Подтверди, дядя. Нет, дядя, папа и мама ничего не знали. Ну, твоей матери еще можно верить. Но твоему отцу... Это вина только нас двоих.
Послушайте, дети, ведь приданое лучше шить заранее, до свадьбы. Какое еще приданое? Нужна веревка. Веревка? Что нужно из нее шить? Можно повеситься. Какое разочарование. От твоего отца я всего ожидал. Ему что солгать, что расплюнуть. Но от тебя, моей любимой девочки, самой умной и доброй во всей семье... Дядя, я хотела спасти всех их. Забыв про меня, про мое сердце, про мои мучительные переживания. Это я не переживала. Ложь никогда не приносит радости. Да, отец, это знает. Она, кажется, чем-то расстроена. Тем, что она любит Дамиана. Любит? Прекрасно, ну тогда ей нечего огорчаться. Он не дурен, и ты не дурна. Так, пожалуйста, женитесь по любви, и дело конец. У Дамиана есть невеста, он думал только о моих деньгах. Вернее, не столько о твоих, сколько о моих. Боже, а его родители? Как же они пришли и не постеснялись? Нет, это не его родители. Что? Я их наняла, они артисты. Что-то мне показалось, что я их знаю. Наверное, я видел их кривляние в театре. И богатая же у тебя фантазия. Тебе бы только идти к сочинителю. Вы перестаньте плакать. У меня злость проходит. Я хотела спасти всех и всех огорчила. Надо признаться, что и моей вины здесь немало. Это ты решил выдать замуж на всех троих? Да, это я решил. И зачем мне понадобилось такое странное условие? Пусть каждый выходит замуж, когда захочет. Патриция, как только ты скажешь, я отдам тебе твое приданое и выходи замуж. А... На моей свадьбе дело не станет. А тебе, Рамира, я прощаю долги ради твоих девочек и открываю счет в банке. Ты слышишь, Клоринда? Я когда еще сказала, возьми деньги в банке? И для тебя, милая обманщица, я тоже найду выход из положения. Благодарю тебя, дядя. Но из тех положений я всегда выхожу сама. Не понимаю. И понимать тут нечего. Я сначала дурачился, а сейчас влюбился, и все. О, что делать, Дамиан, что делать? А что ты скажешь своей невесте? У меня нет никакой невесты. Но ты же пошел на эту сделку, чтобы потом жениться на Марии, Эстер, Кармен. Я придумал ту невесту для самозащиты, чтобы девушки в меня не влюблялись. А сам влюбился как мальчишка и места себе не нахожу. Почему же ты ей не скажешь? Кому? Лауре? Нет. Кто я для нее? Инструмент, предлог, сделка. Соперник этого чучела в буклях. Поехали на вокзал. Нет. Надо взять себя в руки и порвать всякие отношения с ней. Куда ты собрался? Я в деревню. А мое приданное? Что же я буду делать? Женись ты на Лауре. Вернись! Я погибну здесь один. Не могу же я сразу на двух жениться. Я вас понимаю, вы сегодня же должны уехать отсюда. Значит, я могу ехать в турне? Можете, должны. Ваши костюмы увезли? Нет, сеньора, не пока в театре. Хорошо, я велю их упаковать. У меня дома ничего не должно знать. За это я огорчаюсь. Ваше решение останется в тайне. До свидания. До свидания. Благодарю вас за приятную новость. Это сеньор Мендоса? Да, что скажешь, Ломбардо? Ха? Ха. Я умираю от ожидания. Ты очень часто умираешь, моя дорогая. Еще да. Дать ровно полтора часа. Смотрите, смотрите, кто идет. Наконец-то решились, Лаура. Как видите. А съемки в кино? Кончилось кино. А владелец брошки? Мне хочется пить. Идем. Сиси. Да, папа. Мы пойдем с мамой, а ты останешься в машине. Хорошо. Дорогой, все уладит.
невеста. Уже нет. Я могу считать, что это приятная новость для меня. Как вам угодно. Я вам сейчас прочитаю такие стихи. Секунд не надо. Когда отходит пароход? Через 30 минут. Я говорил, Лаура, все мы подчинены обязательному закону театра. Опять на гастроли, мой друг? Мы без гастролей, все равно, что вы без моря. Здравствуйте, капитан. Здравствуйте. Прошу, Лаура Мендес, наша звезда. Дон Карлос Эчебарбаро, капитан. Очень рада. Это украшение достойное вас. Я так мало стою, капитан? Нет, сеньорита. Это очень дорогая брошка и прекрасной работы. Я знаток. Это брошка поддельная, стоит 100 песо. Продайте мне ее за 10 тысяч. Можно взглянуть? Да, пожалуйста. Вы убедитесь, когда перевернете ее. Мой дорогой капитан, это подарок поклонника без фантазии и без средств. Этот бедный поклонник тратит на подарки по 20 тысяч песо. А то и все 30. Это делает вам честь, не? Позвольте. Да, капитан. О чем вы думаете? Чепуха, он, наверное, украл ее. Дамиан, я еду домой. Зачем? Так надо. Прекрасно. Идем. Да. Маэстро, без шумного отплытия нет счастливого плавания. Я не останусь в долгу перед ребятами. Будьте спокойны. А? Ребята, марш и погромче. Ах, выход здесь. Арильяго? Что это значит? Арильяго! Откройте, вы слышите? Знаете, наш сын приехал в деревню в полном отчаянии. Не деньги привлекали его в этой истории, поверьте. Денег у него более чем достаточно. Он просто решил подурачиться от скуки. Вдруг влюбился по-настоящему. Он нам все рассказал. Он очень любит вашу дочь. Нам тяжело видеть, как он страдает. Значит, вы живете за городом. Ведь это такое счастье. Для счастья не хватает только одного. Они любят друг друга, так пусть они женятся и все. Мама, письмо от Лауры. У нас в городе почта работает просто изумительно. Лаура, смотрите, письмо от Лауры. Она уезжает в Европу. А мы, мама, не пускаем. Ура! Алло. Habla el productor Mendoza. Это говорит Мендоса. Кому? Что? Европа. Европу? Надо ехать быстро, Даниэл. Я опоздаю. Вам нравится бывать в порту? Нет. А мне очень. Как вы сказали вашу фамилию? Динардо. Боже, какое совпадение. У него такая же фамилия, как и у Даниэла. Это же его отец. О, то же самое сказала я, увидев его. Они так похожи. Вы мне басен не рассказывай. Прочь, грубиян. Я вам покажу, грубиян. В чем дело? Нашествие без билетов. Без билетных? Выйдите, я сейчас. Извините. Но отходим или не отходим? Сказал, ждите приказа. Дядя Григорий! Папа!
Моя девочка, не надо плакать, все хорошо. Тихо, тихо, есть новость, есть новость. У Дамиана нет никакой невесты. Почему? Мы с ним помолвлены. Какое море! Как хорошо дышать на свободе. Мы все арестованы. За беспорядки, учиненные на проходе, задержку отбытия. Взять их. Проходите, пожалуйста. Освободите эшелон. Быстро, быстро. Без разговоров. Девочка, ты попадешь в тюрьму. Это возмутительно. Вы, конечно, согласны со мной, что не может быть большего удовольствия, чем находиться на проходе. Это настоящее наслаждение. Дело сейчас только за капиталом. Мне не хватает 120 тысяч песо. Это небольшая сумма по сравнению с тем, что уже можно в это делать. Сумма. Бездельник. Лаура. Лаура! Передай капитану, если он нас не отпустит, мы уйдем. Я говорила с ним, мама, он все уладит. А где же Дамиан? Я его мать, самая настоящая. Да, я тебя поцелую, Лаура. Так у него нет невесты? Я думаю, что есть. Ну, где же он? Он пленник, но он в одиночной камере. Он просил тебе передать этот пакет. Ах, Дамиан! Лаура, осторожней, не потеряй деньги, они нам пригодятся. Лаура. Проверьте, сеньор, любите ли вы меня сейчас? Сейчас? Ведь у меня нет приданного, кроме этого. Дамиан говорил, что для съемок вам нужна буковая роща? Да, и очень трудно найти ее здесь. Нетрудно. Считайте, что вы ее уже нашли. То есть как? У меня есть чудесный лес. Это великолепное место для помолвки наших влюбленных и для съемки фильма. О, пожалуйста. Вы считаете, что это подходит для съемок? Безусловно. Отлично, чувствуете себя как дома. Спасибо. А как это будет выглядеть в цвете? Гораздо лучше, чем черно-белым. Ты можешь сделать эскиз? Конечно. Теперь я его раскрашу. Все готовы? Да. Оператор, начинаем. Внимание. Приготовиться. Камера. Начали. Что скажете? Замечательно, так красиво. О, как хорошо.
Lithuania, terra eterna, sere paesani, io agora chi scena, che garbando teu sueño di cor. Vi caros pinos, os rios, os bravos, teu seu hermoso poder reunirás. Ventos, ventinhos, se vai a meu lar. Meus suspirinhos, vos outros. Nos cantaremos hermosos amores con las botellas que llegan de mar. Ay, la, 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 la. Eu não tenho que ser os amores, eu não sei a que chamam amor. Pero entre menino e um rapazinho e em meu rico já tenho um amor. O raiteirinho com como roteiro canta a raitinha se ponga a tocar. Por de bailar a rapaza bonita. Перерыв 10 минут! Салют! Вот оно! Молодость!